Всем доброго дня. Мы активно лечимся. Где-то меня все-таки продуло. Ну и решил позавтракать. Вот буквально с больнички сейчас, с Урхенсис, с приемного покоя, можно сказать, да? Пришел. И решил заказать себе такой вот завтрачек. Сижу на Рамбле. Такая у нас вот атмосфера, короче. Уже не жарко, хорошо прям. Классно. Это все у меня вышло на 3,50. Не знаю, почему-то сок сейчас рубль 50, ну, евро 50, свежевыжатый. Воду бесплатно мне дали, попросил. Кофе и бутербродики с хамоном. Вот это томат один, соответственно. Так что вот так. Ну и в аптеке, соответственно, купил себе там от горла. Ладно, показывать не буду, не так интересно. По страховке, кстати, пришел. По страховке классно, конечно. Вроде как платишь какую-то сумму определенную в месяц. Я плачу сейчас 63 евро. Вот. Но зато без оплатежей, как бы Синко Пагус называется. Вот. То есть все включено. То есть ты приходишь, как бы сколько бы раз ты ни приходил, с чем ты ни обращался, как бы уже все включено. Есть страховки с дополнительными платежами, то есть каждое обращение как бы нужно уже доплачивать, то есть они разные есть. В общем, как-то так. Все, всем привет и всем пока. Пожелайте мне выздоровления.